Волжском ремонтируют первый путепровод на улице Александрова. Работы начались с демонтажа старого дорожного покрытия. В первую очередь специалисты сняли защитный железобетонный слой. Сейчас на объекте заменяют плиты. 10 единиц техники работают в две смены. В 2023 году начнется восстановление и второго путепровода. Полностью завершить их ремонт планируется к 2024 году. В мэрии Волжского отмечают, что все работы на дорогах, мостах и путепроводах ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».